вам не уйти! Спасите! Ай, что это было? Что это? Помогите нам! Что случилось? Вот вы и попались. Что тебе нужно? Животным нельзя жить на улице. Мы построим им домики! У вас 24 часа! Нам не успеть за 24 часа! Не переживай, все успеем! Как же нам быть? Без паники! Начнем с улицы! Из чего же нам сделать домики? А здорово ты это придумала! Я! Идеально! Зафиксировано! Я прирожденный мастер! Думаю, так и надо! Здорово! Но кому какой домик? У нас будет чертовски красивый замок! Это мне подходит! А у нас будет супергеройская крепость! Супер! Ну, а мы сделаем грибной домик! Договорились! От этого цвета меня тошнит! Время колдовства! Идеально! Это волшебно! Так нам не успеть! Тогда действуем решительно! Ну и напоследок! Это кошмарно красиво! Ауч! Супер шанс! В чем дело? Ладно, на это нет времени. Я тебе помогу. Вот. Ты самая лучшая. Красиво, но так мы не успеем. Ты права. Как же нам поступить? Попробуй это. Отличная идея! Время творить! Еще немного деталей. Вот такой домик по мне! Это точно! А в какой цвет покрасим мы? Думаю, этот. Ни за что! Ау! Тогда это? Ни в коем случае. Ну а какой тогда? Нужно еще чуть подкрасить. Что? Ну-ка, пойдем разберемся. Ты украла мои баллоны. С чего ты взяла? Восхитительно! Упс. Ты взяла? Да не брала я! Да вот же он! Снова твои фокусы! Я слежу за тобой! Пожалуй, нужно быть аккуратнее! Эта крыша выглядит слишком просто. Есть идея. Вот это должно подойти. Хорошая мысль. Пусть все знают, чей это дом. Время проявить фантазию. А теперь ограда. Вау!
держи. О, спасибо. Домик настоящего супергероя. Что же делать, что же делать? Эй! Что это? Украсим и крышу. Гениально! Грибы никогда не повредят. Ну, как тебе? Выглядит довольно вкусно. О, нет, как же нам быть? Так и знал, что вы не успеете. О, нет, окловщик! Ваше время вышло, я забираю собак. Нельзя этого допустить! За ним! Вы опоздали! Не тут-то было! Ребята, скорее ставьте лайки, чтобы отловщик дал еще время! Ну что там? Ребята, этого мало, нужны еще лайки! Давай быстрее! Уже почти! Ура! У нас получилось! Ладно, но это в последний раз! Отлично! А теперь за работу! Наша крепость должна быть неприступна! Тогда начнем! Безумно надежно! Наш дом тоже нужно укрепить! Ты как никогда права! Супер! А, проехали! Надо тоже что-то придумать! Думаю, это плохая идея. Вот так получше. О нет, неужели опять? Мне это надоело. О чем ты вообще говоришь? Но это ведь не наш забор. А ведь действительно. Ладно, но я слежу за тобой. Всегда пожалуйста. О, я горжусь тобой. Примемся за окна. О, великолепно. Тебе нравится? Смотрится здорово. А ведь про фасад мы и забыли. Теперь будет светло и уютно. Красоты много не бывает. Ну как тебе? И правда очень приятно. Наш фасад не пропустит и капли света. Несомненно. Кья! Достаточно мрачно. Невозможно удержаться. Ну, разумеется. Совсем забыла про дорожку. Отлично, но цвет скучноват. Не проблема. Исправим. Время проложить путь к дому. Для моей звезды. Отличный ковер. Как тебе это? Кажется, очень мило. Займемся интерьером. Как-то здесь пустовато. Нужно торопиться. Немного утеплимся. Не думала стать дизайнером. Я чуть не забыла. Это чтобы ты помнила обо мне. Комфорт превыше всего. Довольно мягко. Не забудь подкрепиться. Вкуснятина. Не хочу, чтобы ты мерз. Здесь ты можешь расслабиться. Место достойное меня. Не забывай, как я выгляжу. Добавим искусство в наш дом. А это кто? Просто мой любимый аксессуар. Пора подкрепиться. Идеально. Thank you.
я смогу не хуже. Тогда поторопись. Не хочу, чтобы ты заболел. А где я буду спать? Я об этом позабочусь. Превосходно. Тебе ведь нужно поесть. Спасибо тебе большое. Погоди, это еще не все. Много красоты не бывает. Это нам с тобой на память. Что же, осталось только... О нет, снова он. Второй раз я вас не прощу. О, нет! На помощь! Ты за это поплатишься! За ним! Стойте! Нам нужна помощь! Попалась! Мне страшно! Я еще вернусь! Она умирает! Нужно ей помочь! Вы же спасете ее? Мы сделаем все возможное. Она станет вампиром и поправится. Только не это. Затрудненное дыхание. Лапка повреждена. Должно помочь. Не реагируют на еду. На воду тоже. Обнаружила занозу. Нет, нет, нет! Это еще не конец. Ребята, ставьте ваши лайки, чтобы я смогла воскресить песика. У тебя получилось. Это ненадолго. Вы должны что-то придумать. Это подсказка. Я нашла. Это был клещ. Какая вкуснятина. Как я рада, что с тобой все в порядке. Спасибо. Главное, не забывай осматривать собачку после прогулки, потому что клещи могут нанести вред ее здоровью. Теперь мы можем продолжить. Согласна. Нет, ей все еще нужен уход. Это уже твоя проблема. За ней охотятся. Я не смогу ее защитить. Возьмите, это все, что у меня есть. Только позаботьтесь о ней. Ах ты... Мы согласны. Спасибо. А ты что будешь делать? У меня есть идея. Я скоро вернусь. Она оставит меня с ними? Какой ужасный запах. Ее срочно нужно помыть. Я тебя в ответ мыть не буду. Вот это другое дело. Теперь займемся лапами. Где она? Ну, спасибо. Хорошая собачка. Есть вода? Да, пожалуйста. Теперь ты полностью чистая. Что это? Я ничего не делала, зато следов не оставляет. Дальше сама возись с ней. А я приведу себя в порядок. Давай мы тебя причешем.
Я будто попала в салон красоты. Сейчас верну. Только сделаю ей красивые когти. Увлажним лапки. Чуть не забыла крем от солнца. Я пока пойду перекушу. Ты так быстро вернулась? Как ты мне надоела! Я могу так весь день провести. Последний штрих. У нас как будто девичник. Я эту гадость на себя не надену. Да брось, тебе не помешает немного освежить лицо. Ладно, лишь бы ты отстала. Смотри, мы на правильном пути. Можно снимать. И как я? Есть изменения? Да тебя просто не узнать. Надо бы тебя преобразить. Не дергайся. Что ты делаешь? Еще не готова. Что не готова? Отвернись. Ладно, ладно. Я люблю сюрпризы. Вот это я понимаю стиль. Плащ, конечно, красивый, но неудобный. Кажется, мне не очень комфортно. И что ты предлагаешь? Шопинг. Добрый день, чем могу помочь? Мы голодные. Нам нужна одежда для собаки. О, я знаю, чем вас порадовать. Только посмотрите, как она прекрасна. Класс. Нет. А как вам наша новая коллекция? Неплохо. Потрясающий наряд. Или нет? Классика всегда будет актуальна. Какой красивый ошейник! У нее прибавилось здоровье. Сколько мы вам должны? Это подарок от магазина. Это подарок. Так нельзя. Это тебе нельзя. Стоп. А где собака? Ты что, ее потеряла? А ты куда смотрела? Вообще-то в ошейнике есть маячок. Что же ты раньше не сказал? Нашла! Спасибо. Но почему всегда я? Какая отличная погода для прогулки. О, нет! Вот мы и снова встретились. На этот раз не убежишь. Леди Баг, вампир! Она должна быть где-то здесь. Ты точно правильно смотришь? Мы просто хотели погладить. Хороший песик. Как ты нас напугала? Зачем ты сбежала? Это же собака. Ее нужно выгуливать. Где же ты раньше была со своими советами? Кажется, она чего-то хочет. Опять на прогулку? Это же собака, ей нужно кушать. У меня есть вкусняшка. Убери эту гадость, мы пойдем охотиться. Ты серьезно? Стой, тогда я с вами. В таком виде я тебя с нами не возьму. Так лучше? Ладно, стань ближе. Удобно. Смотри. Сначала тихо крадешься. Потом пугаешь.
и кусаешь. Не смотри. Запомнила? Забудь все, что видела. Крадешься, пугаешь, кусаешь. Поняла? Вот так. Молодец. О, это всего лишь песик. Какая ты миленькая. Ладно, давай корм. Давно я не ела такой вкусной еды. Видишь, она довольна. Да-да, ты молодец. Спасибо, мне не помешает промочить горло. О, очень красиво. Ничего особенного. Что-то я утомилась. Устала, бедняжка. Отлично, можете отдохнуть на твоей стороне. Она будет мне мешать, пусть побудет у тебя. Ты не оставляешь мне выбора. Только попробуй. И что теперь делать? Ей нужно свое место. Теперь она не будет нам мешать. Она такая миленькая, когда спит. Мне тоже не помешает вздремнуть. Слабачка. Она должна быть где-то здесь. Мы уже близко. Вот она. Хватай ее и пошли. Пронесло. Или нет? Опять вы? Это еще не конец. Какие же они надоедливые. Стой! Отдай! Это не игрушка. О, нет. Она порвала мой плащ. Попробуем ее отвлечь. Еще игрушка? Тут даже еда есть. Ну что за безвкусица? Давай играть. Класс. Хватай ее. Какая она игривая. Мы почти восстановили ее. Ух ты, какая она счастливая. Я скучала. Вы справились? Не торопись, девочка. Леди Баг, я с ними разберусь. Сильно сомневаюсь. Мое оружие. Не трогайте мою собаку. Мы просто делаем свою работу. Все бездомные собаки должны быть в приюте. Она больше не бездомная. Ура! Теперь у меня будет свой дом. Тогда это меняет дело. Ты спасла нас. Хорошая работа. А вы катитесь отсюда. С удовольствием. Но ты пойдешь с нами. Только не это. Не трогайте ее, она хороший вампир. Ты меня защищаешь? Ты стала человеком. Это потрясающе. Как это мило. Это очень трогательно. Теперь мы будем помогать животным. Это все благодаря тебе. Я думала, там файтинг, а это сюжетка про собаку. А мне понравилось. Точно, чуть не забыла. Мы с Нави идем в аквапарк. Сейчас будем купаться. Вход только для вампиров. Ладно, тогда я вампир.
Газовая атака. Кевин, спасай. Больно? Ну ладно, вампир. Мы сделаем свой аквапарк. Почему у тебя красные глаза? Не выдумывай. Да, нас ждет много работы. А это откуда? Даже не знаю. Любимая, заметаем следы. Пожалуй, примерю его. Какая я быстрая. Давай помогу. Вау, и давно ты стала такой сильной. Сама в шоке. Ой, что я сделал? Не переживай, Нави. Вау, Нави, посмотри, как хорошо получилось. Так лучше. Спасибо, любимая. Теперь хоть что-то красивое будет в этой комнате. Кажется, зубы мудрости выросли. Нужно срочно к стоматологу. Сейчас посмотрим. Какой аквапарк без бассейна? Да что ж такое? Все, это последний. Возьми лучше его. Экстрим заказывали? Любимая, какой романтический вечер! Любимая, Нави, тебя ждет страшная месть. Ой-ой-ой, лучше отомщу завтра. А что это за аромат? Это же мой бутерброд. Загляделась на тебя, Нави. Вкусно? Это что, землетрясение? Нет, это я проголодался. Бедняжка. Вуаля! Наша еда. Где мой бутерброд? Стой! Нави, смотри, что у меня есть. Сейчас будут настоящие водные развлечения. Сейчас увидим, как вы будете развлекаться. Водичка, ты где? Шоу начинается! Помогите! И не хватает сил. Поставьте лайк, чтобы я наконец-то закрыл воду. Почти получилось. Давайте еще немножко. Благодарю вас. Ты думаешь, это смешно? Вампирша! Какая вампирша? Здесь же никого нет. Нави, Нави, где ты? Сделаю ему игровую зону. И он вернется. Когда же ты полностью превратишься? Признавайся, как расколдовать Шерон? Пес! Ура! Нави, ты вернулся! А что здесь делает это? Кроха! Шерон! Это нам не подходит. Будешь? Нет.
Хорошо, тогда я выпью. Остановись! Третья положительная, моя любимая. Наконец-то она превратилась! Какая безвкусица! Кто это сделал? Это мы с тобой! Здесь нужно все изменить. Это точно! Полностью поддерживаю! Эй, ты что делаешь? Нам нужно больше экстрима. Я же ненавижу экстрим. Я вообще-то знаю. А что это за хлам? Сама ты хлам. Эй, это же моя. Вот он-то мне и нужен. Это лучше. Как здесь страшно! Спасите! Hey! Ты чего лежишь? Кажется, не болен. Есть мысль. Готово. Вот так сервис. Быстро и качественно. Нави, кажется, ты сильно испугался. Окей, Нави. Я тебе помогу. Теперь можешь переодеться здесь. Где мои плавки? Твоя работа? Конечно, нет! Нет больше моей Шэрон! Есть идея! Фу, что за слюни? Иди отсюда. Как разбудить ее сердце? Ты меня уже достал. Забери свой мяч. На, на, мой хороший. Со мной случилось. Ура! Как он это сделал? О, Кевин! Ура! Ты меня расколдовала! Будешь теперь с нами жить. Великолепно! Да, выходи. Мне надо идти. Не волнуйся за меня, иди. За ним присмотрю я. Но ты ничего не видишь. Есть идея. Гениально! Юху, всем в бассейн! Прошло цунами. Пацаны, подождите. Какой милый песик. Попался. Ты что творишь? Отпусти собаку. Спокойно. Я детектив. Специалист по поиску домашних животных? Да, этот песик потерялся. Теперь узнаю. Ты молодец, удачи! Стой, его нужно где-то оставить до прихода хозяев. А у меня что, где-то написано «отель для животных»? Нет.
Пока. Что здесь происходит? Пусть пока побудет в твоем отеле, я скоро вернусь. Что? Какой отель? Нет у меня никакого отеля. Откуда это здесь? Видимо, ты написал. Так, у тебя есть где кошку оставить? Мы только открылись, но все будет в лучшем виде. Уж постарайся. Отель Энди открыт. Добро пожаловать в мой отель! Ресепшн. Чилл-зона. И гостиничные номера. Точно, нужно сделать твою комнату. Да неужели? Даже не знаю, с чего начать. Кортни, мне нужна помощь. Я сейчас немного занята. Это очень срочно. Я открыл отель для животных. Класс. А что нужно от меня? Помоги мне сделать номер для кошки, а я пожертвую часть денег с отеля животным. По рукам. Для начала займемся полом. Как я хорош! Из этого получится отличная когтеточка. Этот. Отлично. Рисуем трафарет. И по нему вырезаем. Сонный котик. Так лучше. Теперь подушка. Такая мягкая, думаю, тебе понравится. Надеюсь, он скоро закончит. Мы постараемся. Я уже хочу спать. С кем ты говоришь? С тобой. Мы же постараемся. Из этого получится стильная игрушка. Нам нужно ее соединить и подключить подсветку. Один как-то пусто смотрится. Ваш номер готов. Добро пожаловать. О, мне тут нравится. Такая мягкая подушка. И когти есть где поточить. А как у вас с обслуживанием? Иду, иду. Приятного аппетита! Спасибо, очень вкусно. Выглядит отлично. Приступим к следующему. Думаю, дальше ты и сам справишься. Ты же обещала помочь. Помоги сделать номер для кошки, а я пожертвую часть денег с отеля животным.
Я так рада, что ты тоже решил помогать животным. Горжусь тобой. Спасибо. Добро пожаловать в отель для животных, Энди. Название так себе, но тут мило. А мне нравится. Неужели сам все это построил? Конечно, я сам все сделал. Собака? Собака? Кто ее пустил? Она испугалась. Это кошка моей подруги. Мы должны найти ее. Могу помочь, если мне хорошо заплатят. Шутка, извините. Это я принесла собаку. А это еще кто? Саммер, поиск домашних животных. Твоя подруга? Да. Нет, мы не друзья. Пусть каждый останется при своем мнении. Так ты найдешь ее? Она точно знает, что делать? Без понятия. Нашла. Правда? Я чувствовала, что они где-то здесь. Так ты искала чипсы? Да, а кошка за стойкой прячется. Как ты узнала? Я видела, как она туда забежала. Ты гений. Спасибо. С вами весело, но мне пора. После собаки на чаевые можете не рассчитывать. Теперь можно его оставить. Мне нужно подготовить номер. Я тебе помогу. Нет.